Робочий рік депутата не закінчується одночасно з календарним. Але все одно кожному порядному обранцю доводиться підбивати проміжні підсумки роботи наприкінці грудня. Про бажання та можливості, успіхи та невдачі, нове житло у Життя у публічному стилі сьогодні буду розпитувати новачка у міській раді Дніпра, депутатку від партії «Укроп» Юлію Дмитрову. Добрий вечір. Добрий вечір. На новичка не обижаєтесь? Ні. Це так і є. Наскільки був складний перший досвід? І все одно ж вдалося побідити? Дуже складно. Це все одно, що піти перший раз в перший клас, коли ти нічого не знаєш, ти не знаєш, як працює система. И самое страшное, что у тебя нет учителя, который будет за тобой ходить и все тебе рассказывать. То есть мы должны были все сами понимать, кто за что отвечает, какой участок работы. Вот в семиэтажном здании каждый сотрудник несет какую-то свою ношу. Вот, поэтому первые полгода вот было потрачено на то, чтобы разобраться, как это все работает, чтобы это работало эффективно и быстро. Грязи много? Как и везде, в политике это очень такая неблагодарная и действительно грязная работа, но тем не менее, она интересная, она приносит результат. И если ты остаешься человеком вот в таком вот как бы обществе, то все получается и никакой грязи не будет. Какая лично для вас была мотивация, когда вы для себя приняли решение идти в депутаты горсовета? Ну, все началось с того, что 2 года я была волонтером. Помогала армии нашей Украины и поняла в один момент, что волонтерам постоянно быть нельзя и что система должна уже работать, а не люди на систему. И когда я узнала, что будут выборы, что Борис Альбертович набирает к себе команду новых людей, я решила, что уже есть люди, которые остаются волонтерами, что я буду и могу помогать им уже из города, не выезжая в зону АТО. Я приняла для себя решение, что я хочу помогать здесь и по теме АТО, и в принципе сделать что-то для города. Что должен делать депутат горсовета и что он вообще может? Ну вот так, для нашего простого обывателя, потому что ну, звучит вроде бы как ну, гордо. Ну, есть же прекрасный сериал «Слуга народа». Вот, в принципе, мы слуги народа, мы должны слышать людей, понимать, что им нужно для того, чтобы они жили хорошо и качественно, и пытаться уже, пользуясь рычагами власти, местного самоуправления, может быть, пытаться уже как бы достучаться и до Киева с помощью наших народных депутатов, которые прошли от Днепропетровска, выполнять их пожелания. Давайте поговорим о вашем округе, где он вообще, географическое расположение и какие на нем проблемы. Избиралась я по 20 округу, это центр города, это часть рядом с парком Шевченко, это Дзержинского, Гоголя. И я в нагрузку по собственной воле взяла еще 7 округ в ВНД районе, так как у нас количество депутатов сократилось в этом году, и у нас, к сожалению, некоторые округа остались без депутатов. По 20 округу проблем, конечно, меньше, чем в спальных районах. Но это все сфера ЖКХ, где-то трубы, где-то крыша, крыльцо, тепловые сети, частично дороги. То есть все, что касается вот жизни в многоэтажках. Комфортное, хорошее, качественное, чтобы нигде не текло, чтобы всегда было тепло, сухо и комфортно. Вот такими проблемами заниматься для вас это близко, но вот вы все-таки сказали, что 2 года Нет, заниматься. Для меня вообще было это не близко. То есть я тоже жила в обычной квартире, когда была с родителями. Сейчас живу в частном доме, я понимаю прекрасно. Но как-то мы справлялись своими силами. То есть были больше, может, возможностей, чем да, есть у пенсионеров на данный момент, которые не могут себе позволить там отремонтировать самостоятельно, которые оббивают пороги, ходят годами, и им ничего не делают. Но, опять же, за вот этот год очень прониклась, поняла, как это все работает и как это можно сдвинуть с места. И действительно хочется это делать. Потому что есть все ресурсы, есть все возможности, есть бюджет, за который мы можем это все сделать. Ну, реально можем все это сделать абсолютно. Если говорить о том, что получилось, что удалось и что не удалось, и почему? Не удалось... Начнем с того, что не удалось, потому что бюджет в этом году, как все знают, мы приняли очень поздно для города.
И буквально летом мы начали только составлять сметы, работать по округам. И вот только сейчас, вчера, мы подписали последние акты выполненных работ. И это было в сумасшедшем темпе. И, естественно, все заявки, которые поступали, мы просто физически не смогли освоить. Это был вот самый большой минус, что просто бюджет был не принят вовремя. И опять же, вот система, как она работает, и чтобы быстрее это все двигалось, это тоже нужно было время вникнуть в это. В принципе, это основной вот был такой вот камень преткновения. Со всем остальным, я думаю, в следующем году бюджет уже принят, и мы уже с января месяца стартуем с избирателями, уже составляем быстренько сметы, принимаем заявления. Я думаю, что вот 2017 год будет такой ударный по ремонтам и по обслуживанию хотелок жителей города Днепропетровска. Давайте поговорим о второй половине 2016-го. Многие чиновники и депутаты испытали на себе информационные атаки, среди них в том числе и вы. Ну, возможно, не все зрители понимают, о чем речь. То есть немножко не все зрители просто на Facebook читают. Да, не все читают Facebook. Вот так вкратце от первого лица. Что происходило, кому это выгодно, зачем и сейчас продолжается ли это? Вы знаете, я вот, опять же, благодаря такой вот работе, да, в команде, в таком серьезном коллективе и в такой серьезной госструктуре, научилась не обращать внимания на те информационные вбросы, которые меня не касаются. То есть, если кому-то захотелось какого-то внимания к себе, ну, потому что я, ну, по-другому я не понимаю, для чего это все, ну, делается, то пусть их читают, пусть вздыхают, потому что, ну, Facebook это такое маленькое пространство, где один написал, второй прокомментировал, третий начал ахать-охать, а саму суть в середину, то есть просить у меня все-таки, да, прийти, потому что я открыта, 212-й кабинет в городском совете, всегда все приходят и все меня спрашивают. Я ни от кого не закрыта, журналисты спокойно мне звонят и выясняют, что же все-таки происходит. Поэтому просто не реагирую. Я даже не хочу читать, да, я понимаю, что некоторые сопереживают, некоторые хотят как-то вот помочь мне преодолеть вот эти вот информационные вбросы. Но самое лучшее оружие – это просто игнорировать. Если это меня не касается, я не понимаю, чего они хотят добиваться, я просто понимаю, что они хотят, может, для себя какого-то внимания. Вот и все. У нас не так много с вами времени осталось в эфире, но подбейте итог года поздравлениями для наших телезрителей. Год был на самом деле очень сложным для города. И 3 года для Украины в целом – это такой переломный момент, когда люди должны сплотиться для того, чтобы выбрать для себя эту общую победу. Поэтому я в наступающем новом году хочу пожелать всем терпения, хочу пожелать всем больше доброты, сострадания и... Поверьте, что если вы начнете хорошо относиться друг к другу, даже к тем чиновникам, даже к депутатам, то поверьте, что мы сможем с вами преодолеть все проблемы гораздо быстрее, чем мы будем с вами выяснять отношения. Поэтому удачи всем в новом году. Дякую, что знайшли змогу и завітали до нас. Тримайтесь і вас теж з новорічними святами. Ну, глядачам 9 каналу, нагадаю, що у нас у гостях була депутат міської ради Дніпра від партії «Укроп» Юлія Дмитрова.